Сегодня океан просто ревет и стонет. Волны кипят. Посмотрим сейчас с балкона. Любуемся этой вот завораживающей красотой. Океан ревет, какие волны набегают. Стоять можно воды только у самого края. Ой, собьет с ног эта волна. Я вчера пробовала плавать, еле вышла из волны. Она просто утаскивает назад в океан. Пески Парадера. Вот они правда белые. Эти скалы накрашены белый цвет и песок. А происхождение этих песков — это коралловые рифы, которые выбрасывают измельченными уже океан на протяжении тысячелетий. Перемалывают в песок и ракушки белые, и панцири всевозможных животных, лангустов, черепах. Такой безлюдный пляж, только охрана вдалеке. Виды спорта морского. Там можно на лодке покататься, но волнуется океан. В отеле осталось 2 туриста. Удивительно, что вся эта громадина, громадный отельный комплекс с пляжем вдоль океана, с бассейнами, с внутренней инфраструктурой, кофейнями, барами, алкогольными, сигарными, магазином и прочим, работает ради 2 туристов. Удивительное и непередаваемое чувство. И сказочное просто, как будто бы я в каком-то замке сказочном. Thank you.
вечеру океан разволновался, но в этих волнах я только что купалась. Вот такие набегающие волны. Короткие довольно-таки и сильные. Даже трудно выйти на берег. Вот дорожка, по которой я иду на пляж. Там бар на пляже. Вот эта вот красная крыша, это вот веранда для танцев. Танцевальная веранда. Ящерица. Good? В интернет выложу. Предновогодняя обстановка в отеле. Playa Casita. Нарядные елочки сверкают. Олени. Деда Мороза. Сейчас отель переживает много перемен. Во-первых, смена хозяев, смена названия и реорганизация внутренней жизни. Oh.
брошены музыканты. Не помню, как называется. Черепичная крыша, старинный бар.